Всем привет! Сегодня я вам покажу, как связать такую вот плотную резинку из итальянского набора петель. Она здесь очень красивая получается. Внизу будет красиво смотреться при вязании шапок и вообще в оформлении вещей. И не сильно будет растягиваться. Вот такая резиночка. Первую петлю я снимаю. И дальше петля идет изнаночная. Мы берем нить перед работой и ее снимаем не провязанную. Дальше смотрится лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Опять изнаночная петлю снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, нить перед работой. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем. И так мы вяжем до конца ряда. Закрыли лицевой и дальше кромочную провязываем изнаночной. Переворачиваем. И теперь второй ряд. Кромочную снимаем. И первая петля идет изнаночная. Мы ее снимаем. Дальше лицевую. Теперь в каждом ряду будем провязывать за передние стенки. А изнаночную будем всегда снимать и нить перед работой. Лицевую провязываем за передние стенки. Изнаночную снимаем, нить перед работой. И так вяжем опять до конца ряда. И опять заканчиваем лицевой, кромочная провязывается изнаночной. И так вяжем вверх пышную резинку. Вот смотрите, повторяется ряд, кромочная снимается, изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевая за переднюю стенку. Изнаночная снимается, нить перед работой, лицевая за переднюю стенку. И таким образом вяжем каждый ряд, провязывая пышную резинку вверх. И когда провяжем вверх, получается такая вот красивая резинка. Плотная такая, толстая. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. До свидания.